Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами изучать компонент Alpha User Points, урок номер 83. В этом уроке рассмотрим новые правила, после включения которого мы сможем приглашать по своей реферальной ссылке пользователя на этот сайт. И если пользователи успешно зарегистрируются на этом сайте, мы за это будем получать баллы. Давайте перейдем в правила, прокрутим ниже. У нас есть два правила – приглашение и успешное приглашение. Здесь в описании понятно написано. Пригласить друга зарегистрироваться на этом сайте. Присвоение баллов пользователю при отправке приглашения. Вот это правило я не вижу смысла включать. Ну, мы можем целую кучу отправить всяких приложений. Даже спам это может уже быть. И человек, как бы не каждый зарегистрируется. Да? Зачем нам такие нужны? Нам нужны действительно заинтересованные люди, которые хотят у нас зарегистрироваться, но просто не знают о нашем замечательном сайте. И ваши пользователи смогут вам в этом помочь, приглашать заинтересованных друзей. И вот следующее правило, как раз таки оно нужное. Пригласить друга зарегистрироваться на этом сайте. Присвоение баллов участнику после того, как приглашенный им друг успешно зарегистрируется на сайте. Вот это нам как раз таки и нужно. Только если он приглашенный, этот человек полностью зарегистрируется, тогда человек, которого пригласил, только после этого получит баллы. Вот это будет как бы справедливо. Давайте зайдем в это правило. Успешное приглашение. И активируем его здесь. Давайте назначим за это баллы. Например, 5. На ваше усмотрение, ставить истечение баллов или нет. Опубликовано «Да». Метод «Всякий раз». И «Сохранить», «Закрыть». Правила мы активировали. Теперь можно попробовать по реферальной ссылке пригласить пользователя. Я буду приглашать тестового пользователя. Давайте перейдем на сайт. Я как админ буду приглашать. Я авторизовался. Где посмотреть реферальную ссылку? Вы переходите в профиль. У каждого пользователя здесь в профиле будет вот такая вот ссылочка. Она у каждого своя уникальная. Внизу вот здесь вот у нас есть описание данной ссылочки. И смотрим сейчас на мой рейтинг. У меня всего 10. И если я приглашу, у нас все работает, здесь должно быть 15 потом. И давайте я скопирую эту ссылочку. Выйду из профиля, чтобы воспользоваться этим же браузером. И вставлю в адресную строку реферальную свою ссылочку. Нас перебрасывает сразу на страницу регистрации. Давайте заполним все поля. Итак, я заполнил все поля. Выдуманный пользователь у меня Надя. И нажимаю регистрация. Зайдем в менеджер пользователей. Активируем этого участника. Авторизуемся как админы. Зайдем в профиль. И у нас с вами все получилось. Мы видим, наш рейтинг изменился на 15. Давайте посмотрим. Активность. Пригласить. Успешно. Надя с логином Нади присоединился к сайту 42 секунды тому назад. И админ получил баллы. То есть вот здесь у нас в статистике все видно. Также мы это можем видеть через админку. Я уже показывал, как это делается. То есть у нас с вами все работает. И давайте по теме урока еще раз смотрим пункт меню Alpha User Point, который мы можем вывести в меню нашего сайта. Это меню будет давать возможность приглашать несколько участников, то есть рассылать одно письмо сразу нескольким своим друзьям. Давайте посмотрим. Меню, main меню, создать. Заголовок меню, например, называю «Пригласить друга». Тип пункта меню выбираем «Alpha User Points». И находим здесь раскладка приглашений. Выбираем пункт меню здесь. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Переходим на вторую вкладочку. Здесь у нас есть настройки, которые нам нужно обязательно настроить. Отображать ограничения. Да. Максимальное количество email адресов приглашения. Не ставьте здесь большое значение, чтобы не было спама. Еще тут зависит от того, какой вы хостинг используете. Хостинг имеет лимит отправленных сообщений в час. Это нужно узнавать у хостинга. То есть больше 10 не ставьте. И вот задержка между приглашениями в секундах у нас стоит. Нам здесь нужно выставить 1 час, а лучше больше, чтобы не злоупотребляли этой опцией. Потом, отправитель имейла. Здесь тоже важный момент. Если самое простое, лучше использовать почту Google или Яндекс, но только не от email.ru, если только это не бизнес-почта. А еще лучше использовать почту
например, также от бизнес-почты Mail.ru, только полностью настроенный, который позволяет как бы отправлять письма большим количеством, чтобы письма не попадали в спам. Об этом, конечно, вы можете найти информацию в интернете или прямо на страничке информации найти это где-то на Mail.ru, как это все делается, организовывается. Конечно, вы можете потестировать это, может быть, у вас сразу будет отправляться и не будет попадать в спам письма. Достаточно просто в адрес отправителя поставить почту от Google. То есть я сейчас говорю об email в глобальных настройках Joomla. Значит, задержка между приглашениями поставим 3600. Максимум приглашений в день также можно здесь поставить лимит. Я оставлю 20. Шаблоны приглашений. Ну, мы еще шаблоны не проходили, поэтому здесь ничего выбрать нельзя, потому что шаблоны не созданы. Пройдем это позже. То есть, если тут шаблонов нет, отправится обычное текстовое письмо на email. Использовать рекапчу. Но лучше сделать пункт меню для зарегистрированных пользователей и рекапчу не использовать, чтобы она нам не мешала. Метод можно выбрать AJAX. Это значит, без перезагрузки страницы сработает форма. Публичный и личный ключ. Это у нас, скорее всего, для рекапчи. Здесь задано, поэтому мы это не оставляем. Тема. Выберите цветовую тему. Красная, белая, черная, чистая. Ну, давайте оставим как есть красная. Пока надо посмотреть, это что за тема, где будет отображаться. Остальные вкладки у нас идут стандартные, свойственно пункта меню Joomla. Итак, давайте сохраним, закроем и попробуем отослать хотя бы одно или два email письма. Давайте обновим страницу. Появился пункт меню «Пригласить друга». Посмотрим, здесь у нас все предупреждения, которые мы выбрали, они отображаются здесь, чтобы человек сразу понимал, видел. Также можно предупредить, создать страницу правил на сайте пункт меню, которые будут пояснять все эти детали, чтобы пользователи не возникало вопросов и чтобы они не делали каких-то накруток и так далее. Да? Также на этой странице у нас присутствует реферальная ссылка. Это удобно. Получается, что мы можем через запятую вот здесь перечислить все имена, кому мы хотим разослать приглашение, и тут же скопировать ссылочку, чтобы зарабатывать на этом еще баллов, написать какое-то сообщение, вставить эту ссылочку реферальную здесь. Давайте напишем имя. Итак, первый email от Яндекса. Я поставил email, все заполнил и нажимаю кнопку «Отправить». Одно письмо успешно отправлено. Давайте проверим почту. И у нас все сработало. Пришло на почту уведомление. Вас пригласили зарегистрироваться. И идет заголовок сайта. Зайдем внутрь. И все верно. Федор отправил сообщение. И идет реферальная ссылка. Конечно, здесь вы в письме можете как-то покрасноречивее что-то написать. Какое-то, может быть, интригующее письмо и так далее. Чтобы получать баллы. Соответственно, администратор сайта будет получать новых пользователей к себе на сайт. На этом урок закончен. Если для вас он был полезным, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак,
Если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.